У большинства хоккеистов молодежной команды «Олимпия» есть свои собственные приметы, которые они неукоснительно соблюдают. Первым на лед всегда выходит вратарь. Это он выводит за собой всю команду. И неважно, игра ли это или просто тренировка. Объяснение всему самое простое. Вратарь – это полкоманды. И доверяют первому выводить команду мне. У некоторых игроков есть даже свои талисманы. В основном это сувениры и игрушки, которые им подарили родные. Эти вещицы путешествуют с ними по городам России. Существует и несколько традиций – одеваться перед игрой. Ну, есть примета, одна вот, левый конек всегда завязываю, начиная с левого конька. Не знаю, уже лет, наверное, так 8. Я никогда не бреюсь перед играми, не стригусь. И на игры обычно, когда одеваю форму, надеваю всегда справа налево. Ну, щитки, налокотники. Конечно, в приметы верят далеко не все игроки. Кто-то не надеется на высшие силы и рассчитывает только на себя. У многих есть приметы какие-то, но стараюсь не обращать на это внимание. Мне кажется, это не влияет на никакого значения. Ну, никакого значения не имеет. Все зависит от настроя, от выполнения тренерской установки. Верить или не верить – это уже личное дело каждого. Главное, чтобы у них все получалось. Ребята действительно стараются, особенно в преддверии 8 марта. В эти предпраздничные дни свои победы они посвятили прекрасной половине человечества. Дорогие наши женщины, поздравляем вас с весенним праздником 8 марта. Милые женщины, добрые, верные, с новой весной вас, с каплями первыми. Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного самого чистого. Много вам ласки, тепла, доброты, пусть исполняются ваши мечты. Пусть первый подснежник подарит вам нежность. Весеннее солнце подарит тепло. А мартовский ветер подарит надежду и счастье, и радость, и только добро. Праздник!